Дичь какая-то. Теперь я не хочу трахнуть мясника, теперь я хочу трахнуть дядю Лёш. Где меня? Дадова. Дадова. Я первый. Твой. Держись, Лёша. Лё! Я иду на проект. Лё! Минус нахуй два канала. Зачем это тут? Блять. Блять. Как быстро въебать два канала на Твиче. Да не, ничего не будет. Боже, будь ласка, можна не заходити, будь ласка, стрім? Можна проявити маленьку повагу, яку не проявив, наприклад, цей стрімер? Слава Україні. Вот это ломается, не ломается. Не. Канистра. Эй, есть кто живой? Я понял. Как бы играть, короче, у меня 10-й проверен. Блядь! За попил. Вот и все, я перейду 10-го игрока. Блять! Осуждаю, суку эту! Блять! Еблан, блять! Это вообще нормально, нет? Это, блять, законно, нет? Сука, вы весь Твич, что ли, блять, анимешников? Ну как можно 97к накидать? Ну как, блять, как? Как за 45 минут можно столько бабок нашвырять? Сидишь, блядь, контент импилишь, ночами не спишь, давайте в ту игру поиграем, в эту. Просто голосование на аниме сделал, а все, 100к, блядь, я на Бали полетел, все, давайте. Сказочные ебали, блядь. Как вы это делаете? 97 тысяч, никакого праздника. Анимешники, блядь! Все хоть раз смотрели аниме или время от времени смотрят. Давайте людей кино. Я просто, я честно, я думал, ну, на что вообще люди радеют, ну, как бы, ну, надеялись, когда, ну, полтора года чувак со мной работал, они думают, что у меня транзакций не осталось и подтверждений того, что человек деньги получал. Вот, типа, что? Уж даже Макрицу-то я смотрел реакцию. Он даже, по-моему, так вот, в таком легком недоумении. Кстати, один из немногих, кто очень адекватно и здраво отреагировал. Мне прям клипы покидали. Честно, ну, честно говорю, как есть. Не особо ожидал, честно. Без обид в сторону Макрицы, но что-то я прям... Правда, приятно стало. Потому что человек оказался грамотнее многих вообще, блядь, стримеров. Потому что как стримеры другие это форсанули, я просто охуел. Я посмотрел, ну, мне покидали клипы. Ну, что другие вообще говорили, что пиздели. Еще какие-то слова прошли. Да вы... Да ладно? Че, серьезно? А че, серьезно, что ли? Серьезно? Харда вообще просто разъебали, бля, пацаны. Вот когда вы вот это делаете, мои хорошие, думайте своей тупоебой, тупорылой головой о последствиях. Потому что вы это делаете на аудиторию огромнейшую, в много тысяч человек. Вы это делаете не со зла,
там кто-то скажет. Просто поржать, поугарать, я не против. Но оставайтесь вы, сука, людьми и при своем мнении. Неужели вы реально думаете, то, что, имея такой, блядь, ресурс, я бы стал кого-то кидать хоть на рубль? Если мы платим, я не знаю, оборотка денег на ресурсе идет просто какая-то нереальная. Завтра пацаны охереют. Завтра пацаны просто... Я представляю, сколько завтра будет слез и соплей тех людей, которые пропустили этот стрим. Я вообще, бля, представить не могу. Блядь! Что? Братан, что? Блядь, подожди, кого? Значок! Ля! Ракета попалась! Видали? У, сука, ни у кого такого нет. У меня у одного будет значок. От трича, да. Ребята, мир! Вот я запустил, и я вот засыпаю под это. А вот нарезки, ну они коротенькие, но... Ну что такое нарезки? Ну, нарезки это, ну, такое, ну, вот вроде да, вроде есть, вроде нет. Мои хорошие, следующий шаг на нашем уже не канале, а на нашем проекте Hardplay, это запуск отдельного канала, канала с летсплеями. Это очень серьезный шаг. В смысле, блять? Ебать. Бля, сейчас такое мясо будет в VIP-комнате. Я просто представляю сейчас, когда весь этот зерк ворвется. Короче, пацаны, земля вам пухом, кто в VIP-комнате сидит спокойно. Девушки, готовьтесь. Сейчас, блядь, эльфачи влетят просто. О, бля. Бля, Витус, ты пиздец, ты что делаешь? 300 подписок, блядь. Бля, Лёх, сервант, выложи это в группу, это пиздец, это просто забей, блядь. Ебануться, блядь. Это подвигами маюсь. Что это такое, блядь? Блядь, давай, говорит, в студии супергероя нарисуем, давай. Палка, палка, блядь, огуречек. Вот и вышел. Человечек, блядь. Блядь. Чего? Я не умею подлизывать. Бан, блядь! О, суки, а. Вот они. Вот они, блядь. Вот они. Вот они. Вот вы единственное, что умеете, это только клепать. Понимаете? Вот вы всякую хуйню вот наклепаете, и люди про меня подумают, что я дурачок, а? Вот нет, чтобы клепануть какие-нибудь... А, между. Палас между. Палас между. Двое между, один двое. Сайт двое. Найс. Ну, еще будем. Сайт, еще сайт, еще сайт. Джангл. Джангл будет, нет? Между, между. Не, ну мы зато решили, кстати. Сань, подари машину, Сань. Давай. Чё? Давай я куплю тебе машину. Но при небольшом условии. Ты должен будешь продать свою, подожди. Ты продаешь свою, а я тебе добавляю на тачку. И мы гоним ее к нам, и она становится за 3 дня, окей, максимум неделя, салатового цвета. Красить дорого. Делайте клип. Блять, адекватный, нет, человек вообще? Ну, я так... Я типа вообще-то пошутил, ты... Нет. Ты, блядь, хуёво шутки, что ли, понимаешь, блядь? Да хорош ты чё, ёпка. Она стоит, блядь, она этот GTS сколько стоить будет, я даже не знаю. Окей, сколько стоит твоя? Бля, ну типа 4...
4 с копейками, наверное. Да гоу, да, все пишут в чате гоу, ёпта. Откуда, ребята? Это подписчик. Стой. Это вообще, чтобы вы понимали, кто это. Дойки закрыли. Помянем. Подожди, не понял. Как это, блядь, закрыли? Ха! Ну да, закрыли. Я же забыл. Молодой! Слышь, не смешной! А чё, телефон с камерой есть? Нет, позвонить. А если найду, а? Слышь, кто там лох, блядь? Ты чё, братан, а? Ты присядь, давай посидим, а чё ты, а? Давай посидим нормально, семечки поклюём. Ты чё там, ёпта, слышь, кучерявый? Куда побежал, блядь? Сюда сядь с нормальными пацанами, посиди, чё ты? Нормально, не бойся. Что ты там чирикнул в чате, а? То есть я за тебя с пацанами с района топлю, да? А ты вот это, да? Вот это... Да, у Дедли? Да. Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона. Там были друзья. Лёха, скажи, какой комп брать? Чтобы и бюджетный, и мощный. 70 тысяч... Звонишь любую фирму и говоришь... Сейчас я... Здесь разберусь, ты че здесь хер разберешься. Все новое. А, ребят, попробую чат настроить. Я вас не вижу, к сожалению, в чате. Во, чатик теперь вижу. Кто помнит? Я прям вернулся. Я не